Светлана Белых никогда не боялась общаться с людьми. С детства мечтала стать учителем, как ее мама. Окончив школу, отправилась в Вологду, чтобы после института стать учителем истории. Первым ее местом работы стала 9-я школа. Но уже через 2 года Великий Устюг пришлось покинуть, когда муж Светланы Николаевны отправился служить в Вологду. Там девушка сменила род деятельности и занялась работой в комсомоле. Где бы я ни работала, мне очень везло на людей. Рядом со мной было всегда много светлых людей, добрых, профессиональных, которые готовы были и научить, и подставить свое плечо. И поэтому я хочу сказать, что рядом с ними я тоже менялась. И менялась, и думаю, что в лучшую сторону, потому что был хороший пример перед глазами. Великий Устюг Светлана Белых через несколько лет вернулась и продолжила свой учительский путь. Сначала во 2-й, а затем в 4-й школе, где и проработала много лет учителем истории и заместителем директора по воспитательной работе. Оказавшись на заслуженном отдыхе, не успокоилась, продолжает трудиться на нескольких работах. Одна из них – Великоустюгский совет ветеранов. Здесь Светлана Белых помогает сохранить память о славном прошлом нашего города. Светлана Николаевна Белых была избрана президиум городского совета ветеранов. И, значит, у нас одно из основных направлений – это патриотическое духовно-нравственное воспитание населения. Ее хочется поблагодарить за то, чтобы она стала с нами работать, с нами, и за ней тянутся и другие. С 2002 года трудится Светлана Белых в музее фанерного комбината в поселке Новатор. Получив задание от руководства предприятия, она провела титаническую работу по поиску и сохранению информации об истории комбината, начиная с 1910 года. Своими знаниями Светлана Николаевна готова поделиться с любым посетителем музея. А еще результатом ее работы стала книга, повествующая более чем вековой истории предприятия. В этом году наш музей уже достиг своего совершеннолетия. Ему 18 лет. Но это музей, где живет наша память, наша история. И где мы встречаемся с нашими ветеранами, встречаемся с молодыми рабочими, которые приходят на завод. Мы их посвящаем в новаторцы. И поэтому мне там работать очень интересно. Но и это далеко не все увлечения нашей героини. Светлана Николаевна еще и прекрасный гид. Она может рассказать о каждом интересном месте Великого Устюга. И, что еще важнее, об интересных людях. Мы сегодня ведем наш разговор в день праздника людей, которые за спиной которых целая жизнь. Людей, которые много сделали для нашего города. То я хочу всех от души поздравить с этим замечательным праздником. Пожелать действительно вот такой красочной осенней поры жизни. Жить интересно, стареть красиво и быть счастливыми. Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».